Рад вас приветствовать! Факультет бизнеса и высоких технологий, да? Вот. Вы начинаете новую страницу в рамках истории физтеха. Я застал такую же историю в начало фифта. Да, и я там немножко соучаствовал. Я преподавал на фифт в самом начале. Не первый, по-моему, второй год. Но, тем не менее, вы на самом деле, да, с собой сейчас Продвигаете вперед новый факультет, новую физтехшколу, совершенно новое направление. Я надеюсь, что оно будет успешно. Вот. От вас это в том числе зависит. Не только от преподавателей, от а, там, методистов. Именно вы, передовики, труженики. Поэтому я очень надеюсь, что ни у кого из вас не ослабнет рука, никто из вас да не усомнится. И э, все вы будете продолжать барахтать лапками, как та лягушка из сказки. Это очень важно. Не теряйте духа. Э, никакие негативные оценки вашего труда, а собственно оценка является не просто числом, а это оценка вашего труда. Никакие негативные оценки пусть вас не приводят в отчаяние. Продолжайте учиться. У меня очень многие мои сотоварищи закончили физтех с большим количеством трояков, и тем не менее они диплом тот же самый, абсолютно диплом, да, то есть ты защитился, ты закончил, и они работают в очень хороших местах. Такие они нашли свой ключевой навык, а это очень важно, что в дальнейшей вашей жизни вам не пригодятся все предметы. Образование, оно ну, оно про все, и тут, и там, и там. Все хорошо бы узнать понемножку, да, вот черпнуть, да, оглядеться. Только не глазами уже только, да, именно вот, вот в образовательном смысле. Но реально вы будете эксплуатировать какой-то свой один навык, два-три навыка. Иногда этот навык может быть даже не совсем напрямую связан с предметами. Да, вот один из навыков, который лично я эксплуатирую, это навык театральных выступлений. Вот будем честны. Да, я лектор в первую очередь хороший. Почему? Ну, потому что у меня за плечами студенческий театр STEMFOP, который существует и сейчас. Вот, но он сейчас немножко по-другому играет, но тем не менее. Поэтому какую-то творческую жизнь в себя тоже можете пускать. Там разные есть версии, чем заняться на фистехе. Вот вы после пяти недель Сколько? Пять недель, да, вы там провели? Вы сейчас проведете 10 недель здесь, в тот городке МФТИ, и вы можете в эту жизнь включиться. Она уже здесь идет, вы можете, как сказать, оглядеться уже по факту, <laughs> да, посмотреть, кто чем занимается, и в нее включиться. Вы такие же студенты из тех, как все остальные, и не э, то, что вы пять недель учитесь там, не означает, что вы не можете участвовать в каких-то студенческих организациях. Участвуйте. Но, от чего я хотел бы сразу вас предостеречь, простите, что чуть-чуть организационные вещи еще. Это от э, компьютерных игр. Почему? А? Дело в том, что а, у нас в мозгу, я тут слушаю лекции Дубинина а, по мозгу немножко. Вот а, есть такая часть, называется голубое пятно. Оно ответственно за стресс и преодоление стресса во время стресса вырабатываются одни гормоны, во время успеха, да, когда вы преодолеваете какое-то испытание, вырабатывается норадреналин. И очень многие люди, особенно мужчины, они, у них большая нужда в этом. У них это голубое пятно развито, и у них есть нужда, нервная система, она в этом, по-моему, называется нейромедиаторные эти гормоны такие. Вот норадреналин, она нуждается в нем как Возникает так называемая поведенческая зависимость. Это, конечно, совершенно не то же самое, что какие-то другие серьезные наркотики, да, но это потому, что это вещество вырабатывается самим же нашим мозгом. Да? Вот. Но, а, тем не менее, поведенческие зависимости бывают. Там бывают вот эти вот а, там как человек в азартные игры там, с автоматами какими-то, или как это называется, лудамания. Вот Бывает, а, когда человек неудержим в своих не знаю, коммерческой деятельности, да, то есть он вот азартно для него нужен, вот конкуренция, он победил там, да, но там есть результаты, да, он это делает для людей. А есть ситуация, когда человек исключительно визуально эфемерно это делает, да, он побеждает каких-нибудь монстров, сталкивается с большими препятствиями в какой-то РПГ игре, там еще что-то, и он по себе думает, что я тут повелитель реальности виртуальной. Я вас очень от этого дела э, предостерегаю. Лично я игроман. Я играл на фистехе несколько лет. Э, я не вылетел, мне хватило, хватало ума собраться, я уходил в завязки на там, месяцы. Вот, но каждый раз срывался. Вот. Окончательно избавиться от игромании я смог только через абсолютно стопроцентную завязку, и когда уже стал христианином. То есть, когда я исповедовался, я осознал, ну, то есть, вот. Вот это то, что я не могу в себе победить совсем, вот. и, и это сильнее меня, да. Но есть тот, кто сильнее меня совсем, да, вот и я могу сказать: вот возьми, как сказать, вот, а я могу только в полную завязку. Есть такая программа, 12 шагов. На всякий случай, вам скажу. Нет, я ей не пользовался, да, но а, единственный выход это сказать: я навсегда игроман. Да, вот я это знаю про себя. И как для бывшего алкоголика одна рюмка водки приведет к тому, что его сорвет, да, и он сразу окажется почти на третьей стадии. Вот, вот как сказать, я сразу предполагаю, что там, ну, как это, ночи с красными глазами, а самое главное, отсутствие удовольствия. То есть вот на финише любой зависимости человек никогда не получает удовольствия. То есть вот очнувшись а в три ночи перед компьютером, ну, в смысле, не, не проснувшись, а именно очнувшись, да, придя в сознание, когда ты там в, в каком-нибудь RPG-игре, неважно, в какой там прыгаешь по лесенке там накапливает жилите какой нибудь атлетику, да, там забежал, спрыгнул, забежал, спрыгнул. И, а зачем это делаю? Что вообще происходит? Какой вообще кайф? А, как? Ну вот учтите: это одна из ловушек. Берегитесь всех подобных ловушек: не уходите в виртуальность. Больше воздуха, движения, активности, никакого отчаяния, не пускайте его в себя. Еще информационный шум, соцсети, поставьте как какой-нибудь вот очень сильный блок. Если ваша социальная жизнь, она в электронном виде прекратится на 100%, мир переживет без вас. И вы переживете. Я не говорю, что вы там должны завязать на... 100%, но это очень сильно высвободит ваш ресурс. Вы попробуйте, и вы поймете, насколько это изменит э, скорость обучения. Снизьте количество мультимедиа информации, заставьте свой мозг скучать. После этого э, учебники, книги, э, лекции покажутся вам то, что надо. Это очень простая идея, да, вот как после полного поста, именно сто процентов, то есть не есть ничего. Если вы когда-нибудь экспериментировали и сутки ничего не ели, есть такие люди, кто сутки ничего не ел. Ну вот, вы, наверное, представляете себе, что все начинает пахнуть. Вы можете какой-нибудь там хлеб, да, вот, вот, и вы ощущаете его вкус просто, да. Оказывается, он имеет реально там вот насыщенный, интересный вкус. Вот, поэтому, поверьте, для вас это будет полезно, если вы на время да, себя очень сильно ограничите в этом вопросе. И никакие там родители, они не властны в этом вопросе над вами. Самое главное, это ваше личное решение. Вот. И я не властен, я только даю советы. Я выдаю эти установки просто потому, что вы будете заниматься организацией своего времени и целей, поставить свои цели. Еще немножко тоже, простите, организационных вопросов, это тайм-менеджмент. Учиться тайм-менеджменту лучше вовремя, прямо сейчас. Я советую всегда книгу Глеба Архангельского «Тайм-драйв». Она небольшая, она есть в аудиоверсии, начитанная автором. И там реальные рабочие методики. Уходить в это и боготворить тайм-драйв тоже не стоит, но знать базовые методики контроля за временем способов отдыхать надо. Поэтому, пожалуйста, тайм-драйв, Глеб Архангельский, Хоть в списке литературы, ставь, я уж не знаю. Так, ну что же, значит, мы с вами, э, мы с вами начинаем разговор про э, информатику, про информатику. Значит, э, наш вот этот базовый курс он называется информатика. Остальные будут учебные курсы называться чисто тематически уже на э, про ну, как сказать, большую конкретику того, что пойдет. Второй курс будет алгоритмы структуры данных, там действительно мы будем про них разговаривать. А, вообще вот этот предмет информатика вот так стал называться а, в 60-х годах прошлого века. Уже существовали ЭВМ, правая информация, уже понятие бит было сформулировано. А, криптография уже появилась математическая. То есть, а, а что, что, собственно, вот что, то, то есть очень часто мы осознаем себя позже, чем оно появилось. В западных институтах эта штука часто называется компьютер-сайенс. Компьютер-сайенс. Компьютер-сайенс это немножко, ну не скором, прям совсем плохое название, да? Наука о компьютерах, о вычислителях. На самом деле информатика, она не только про компьютеры. В принципе, про кодирование информации. Да, что у нас вот а, цифрова, ну, то есть когда вот, осознали и научились кодировать, в принципе, цифровую информацию, да, там после Азбуки мора потому что первая идея там телеграм, телеграфа была, знаете, какая? Нам надо 26 проводков, ну, 26 английских букв, да, ну и земля. И вот нажимаем один проводок, там загорелась лампочка с буковкой, другую, другая лампочка с буковкой, понимаете, да? И, естественно, представляете, какой расход меди? Да, и такой телеграф, он, ну, как бы не масштабируем. А наличие азбуки Морзе, когда мы тянем один проводок, и мы переделываем само понятие буквы, да, ну, как бы, вот мы ее кодируем иначе, да, точка-тире, и все, один провод кидаем, а заземляемся вообще вот просто в землю, потому что скорость не обязательно высокая, ну, или там кидаем, окей, второй провод. Понятно? Это прикольно. Так вот, ладно, я что хочу сказать, что э, мы можем начать и вообще прочитать часть этого курса чисто теоретически. Я не хочу, мы сразу будем э, программировать. И вообще э, программирование не является единственным, самое главное, чтобы вы это понимали, программирование не единственная часть информатики, но важно. Давайте мы начнем, собственно, с э, компьютера, с вычислителя, на котором все это будет происходить. А, ну вот, без, без истории. Фишка, что информатика появляется там, где возникает так или иначе некоторая автоматизация вычислений. То есть возникает некий аппарат, который начинает автоматически что-то вычислять. Ну, первый программируемый аппарат сделал Чарльз Бэббидж, я уж кратко в историю все-таки окунусь, в 19 веке он был на шестеренках сделан. А работающую электромеханическую Чарльз Бэббидж, машина Чарльза Бэббиджа. Это на самом деле важно, потому что там некоторые базовые принципы, которые потом в ВВМ были, они были заложены. Я не буду уходить в совсем там, просто арифмометры, это Блеза Паскаля. Да, ну, это арифмометр на шестеренках, который имеет плюс-минус эм, у Липт. У кого там первый арифмометр, который умел делить, по-моему, у математика этого. Сейчас, неважно. Значит, а, э, за ним я упоминаю Конрада Цузи. Конрад Цузи, немец, который жил в нацистской Германии он в 30-х годах, не благодаря совершенно, делал свои машины, его фамилия начинается на Z, поэтому Зузи, в смысле, Цузи, у них это так звучит, да. Значит, машины там Z1, Z2, Z3, вот эти три машины он сделал еще в Германии, вот, из них Z3 является полноценная программируемая компьютер с хранимой программой, у него уже заложена двоичная, собственно, система счисления, двоичная арифметика, причем даже с плавающей точкой он быстро просек. Он делал машинки на механических реле. То есть, если Бэбидж делал на шестеренках, реально, да, то есть механические, на шестернях делал вычислители. Тот СУЗИ делал на электромеханических реле, на буквально телефонных реле. Что суть такое реле? Это, ну, я физически уж скажу, да, есть, представьте себе, вот у вас электромагнит, то есть проволочка намотанная. Да, и при помощи этого электромагнита вы можете подключить сюда ток, да, подключить сюда ток, и у вас на магнитное поле заставит перещелкнуться, ну, притянет она, магнитная, да, оно притянет магнитик. Да, и магнитик у вас притянется. Если вы здесь расположите клемму, то получится, что у вас произойдет электрическое соединение. Если вы запустите ток в обратную сторону, например, или если вы сделаете пружинку, например, да, то у вас эта штучка, что сделает? Она замкнется, соответственно, да, и замкнется, например, с другой. То есть можно сделать там, с тремя состояниями реле, но да, и, и есть фишка доп дополнительная. У реле можно сделать замыкание. Ну, то есть вот ты нажал кнопочку, подал электричество, чтобы реле перещелкнулось и запомнило свое состояние. Понятно? И вот эти двухтактные реле, вкл-выкл, да, оно либо включено, либо выключено, они помнят состояние. И вот реле, да, оно помнит, соответственно... Ну, в самом состоянии, вкл-выкл, давайте, да, самое примитивное, вкл-выкл, да, как бы, два состояния. Помнит состояние. И это очень ценно, потому что это позволяет создать, по сути, память. Вот. Однако было, у них конечная скорость. То есть, это механическое устройство, электромеханическое, оно медленно щелкает, гремит. Даже да, окей, мы делаем там очень компактный малюсенький рельеф, все равно это вот ограниченная скорость. Ну, сколько можно раз в секунду перещелкивать? Ну, наверное, там, не знаю, 10. Ну, 100 раз может быть не факт. Да, то есть, ну, как бы на 100 герц, ну, извините, да, знаете скорости современных вычислителей, наверное, вы слышите там гига, ну, даже мега, да, да даже килогерц это тысяча уже раз в секунду. Да, происходят какие-то действия базовые. Вот. А, собственно, первая машина, которая была уже электронная, называлась ENIAC. А, это, соответственно, в США. Простите, я все-таки чуть-чуть про историю скажу. Она первая сделана уже исключительно на лампах. Ламповая такая. На лампах. В чем фишка ламп? Вот вы знаете про то, что резистор есть, да, знаете, есть, вы школьный школьных должны знать, резистор, конденсатор, есть индукция, да, индуктивность, индуктивность. Есть, соответственно, это линейные элементы. Да, мы можем колебательный контур собрать, но а, эти а, элементы электронные не позволяют сделать никакого запоминания и сделать никакой логики. Их поведение линейно, ну с точки зрения там комплексной математики, и импеданса, оно по сути линейное просто. Вот, поэтому они не позволяют нам создать никакого запоминания. Вот. Нужна нелинейность. Вот первым реально работающим, кроме, кроме релешек, значит, электро электромагнитных релешек были лампы. Вот лампа, она, ну, их много разных, я сейчас даже нет, но ну, вот выглядели они примерно так. Можете в музей истории МФТИ сходить посмотреть, потому что в первых лабораторных по физике там студенты, в частности, выдували эти лампы из стекла, наполняли электронной начинкой. Там есть лампы, сделанные первыми студентами МФТИ. Но вот эти лампы являются, они сейчас до сих пор существуют как некие понты у диджеев усилитель ламповый, хотя ни, никакого существенного на самом деле преимущества перед современными транзисторами лампы не имеют перед старыми транзисторами, там понятно, может быть какие-то. Вот лампы крупные, они горят, поэтому первый Эниак он работает в любом случае быстрее, потому что нет физического перещелкивания. запоминание информации уже исключительно электронное. При помощи этих ламп можно создать на, так называемые логические элементы, логические вентили. Ну давайте вот мы про них немножко поговорим, потому что это важно. Логические вентили. Ну это, соответственно, блок. О, сейчас как как он? Эх, к сожалению, я не помню их. Сейчас, 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 я, чтобы не набрать, я лучше подгляжу. Тогда я в советской традиции вам их нарисую. Значит, логический вентиль И, допустим, у меня есть цифровой сигнал, который означает истину, да, то есть, ну, 1 вольт. Ноль означает ложь. Все промежуточные состояния нежелательны недопустимы. Соответственно, передача сигнала цифрового по проводу, ну, это по времени, вот так вот, это время, а это вольтаж, да. То есть я поднял напряжение, это единичка, опустил, это 0. Ну, вот, соответственно, у меня входные два состояния, да, я могу сюда передавать 0, могу сюда 0 или единичку. Да, а здесь будет некий результат. Вот у меня вентиль номер один это и. Вентиль номер два, который нам необходим категорически, это вентиль или. Ну там палочку вертикальную ставят. Но часто в советской литературе вот так единичку рисовали. Ну короче, это или. Это и. Это или. И еще один, который часто не отдельно, но он тем не менее тоже есть это логическое отрицание. Не, оно рисуется вот с таким кружочком. На самом деле вот с этим кружочком могут быть как входы, так и выходы. То есть, в принципе, допустимо затребовать наличие какого-нибудь вот такого. Это называется или не. То есть, если базовыми являются и, или, и не, то на самом деле бывают вот такие вот или не. Или не. Вентиль. Ну, естественно, бывает и не. То есть оно бывает вот, в электротехнике. Ну, вы-то вряд ли этим будете заниматься когда-нибудь. Вот. Но, тем не менее, то есть, есть люди, которые этим увлекаются, особенно РТшники. У нас есть такой факультет. Да? Соответственно, вот есть люди, которые, как сказать, вот это дело там любят, ковыряют. Вот. И интересно то, что на самом деле трех вот этих первых видителей и или нет достаточно для того, чтобы из них собрать уже компьютер. Достаточно. И если мы на какой-нибудь там, из каких-нибудь оптических базовых элементов, которые работают на свете без электричества, сможем сделать и или не, то мы сможем сделать что? Оптический компьютер. Да? Если мы еще какое-то там средство, не знаю, там <свесква> условно нейтронный, там, ну я сейчас балуюсь, со светом это вполне годная история, да. Я слушаю вас. Вы руку подняли. Нет? Ладно, окей. Короче, эм, я могу нарисовать э, такую штуку. Она называется, ну, обычно его приводят, так называемый RS-триггер. RS-триггер. Триггер позволяет э, информацию, триггер позволяет информацию запоминать наподобие релешки. Значит, у него два входа: вход reset и вход set. Мы ставим два логических эм, два логических элемента. Ну, легче его собрать всего на э, или не, например. То есть, я э, вот отсюда я делаю нет на, на выходе. Ну, я могу дополнительно не нарисовать просто на выходе. Ну и давайте я сейчас просто сделаю или не. И выход первого триггера я соединяю со входом второго. А, не, не триггера, прошу прощения, а логического вентиля. Это будет или-не. И второй, соответственно, тоже или-не. Выход его я соединяю с со вторым входом первого. Ну, у них же это же или-не там. Или там две, две входные ноги на этом вентиле. Вот. Ну и, собственно, в принципе-то сам выход-то тоже он, он выходит, да? Давайте возьмем какой-нибудь из этих выходов за основной. Назовем его буковкой Q. А теперь смотрите. Допустимыми входными состояниями на входе я разрешаю только 00. То есть не там, не там нет сигнала. 01, 10. А вот 11 нельзя. То есть логика вот этого всего устройства будет состоять в том, что я буду говорить, окей, okay, я имею право нажать ему на кнопку газ, set, да? выставить бит, или на кнопку тормоз, reset, выставь 0, запомни, теперь твое состояние 0, reset, сбрось. Но сразу жать на газ и на тормоз нельзя. Нажимать reset, set одновременно, он, естественно, не должен нормально реагировать. Понятна логика, да? вот. Это у нас получается асинхронный простейший set reset trigger. Ну, RS, reset set trigger. Что произойдет? Давайте попробуем посмотреть. Это, ну, что это база, самая базовая вещь, из чего компьютер строится. Один раз в жизни стоит на это посмотреть. Да? Вот смотрите, мы посылаем, неважно, что у нас сейчас было вот здесь на выходе. Неважно. Допустим, у нас э, на выходе вот здесь была единичка, здесь на выходе, допустим, был 0. Почему? Не важно. Я вот сейчас предполагаю. Да? Итак, смотрите. У меня на вот это или не приходит сигнал ресет. Как ведет себя логическое или? А как оно себя ведет? Давайте расскажу. Как ведет себя логический и или и не? Вот два входа логического вентиля x, y. Вот выход z. Давайте я здесь сразу напишу, собственно, x и z. Для начала давайте и. Обычно его первым упоминаем. Значит, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. 1. Что это такое? Это называется словом таблица истинности. Возможно, вы с этим с этой штукой знакомы из там какой нибудь либо школьной информатики, либо из ЕГЭ по информатики Ой, это опечатка. Спасибо. Вот это а, для логического и, да? Для логического или. Ну, давайте я справа продолжу. X или Y. На самом деле в алгебре логики школьной используют другие обозначения. Там они используют значения, больше похожие на математические, как пересечение множеств, только остренькое, как объединение множеств, вот такое, только об, тоже остренькое. Вот. Это из языка формальной алгебры логики, который еще от Аристотеля, точнее, Аристотелем не пользовался, но в средние века постепенно выработали эти обозначения для и в новое время для формальной алгебры логики. И вот эти значки перегоняли. Та -та -там, выражение раскрой, выражение закрой. Это отдельная тема, которая сейчас нас не очень интересует. А я буду вот так писать. И, или, хотя на самом деле нам, когда мы будем в программировании писать, мы так и будем писать and or not. Но эти значки не пропадут, они будут иметь чуть другой смысл. Итак, как происходит логическое или у вот этого вентиля? Да? как и зависит выходной сигнал от входного ложь 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 или истина 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 или ложь это истина вот эта штука я люблю на ней акцентировать внимание ведь на самом деле в жизни когда мы произносим или или там все сложнее все зависит от интонации вот смотрите принеси мне чай или кофе а человек принес вам и чай, и кофе. Он молодец или нет? Понимаете, да? Вроде молодец. Пригласи на свидание Марину или Свету. Он пригласил Марину и Света. Он молодец или нет? Ведь на самом деле, когда мы говорим... Представьте себе, что, не знаю, там, Кощей Бессмертный говорит, Василиса прекрасная, красивая, или Василиса прекрасная, умная. Что должен сделать Иван Царевич? Сказать ты прав, или вызвать на дуэль Каче бессмертного. Мы же говорим: мы как бы подразумеваем, если и то, и то если мы всегда скажем и. А если оба высказывания окажутся истинными, то есть в математике два варианта. В математике нужно четко. Первый вариант это так называемая неисключающее или. И здесь принято решение что истина или истина это истина но на самом деле просто существует еще один вариант вентиля и соответственно операции логической называется исключающая или x хрязь y я его нарисую сразу как в программировании важно создать именно потому я начал использовать сразу этими значками. А в питоне в C это будет именно вот этим значком обозначаться. Он там на циферке 7, если я не ошибаюсь. Нет, на 6, циферке 6 в латинской раскладке. Shift шестерка. Э, не путать с логическим и из формальной алгебры логики. Значок уж очень похож. Вот. Но не он, это не то. Да? Это именно сейчас речь про исключающее или. Искл или или ксор. То есть у этого вот оператора а цветного мела нету, да? Я принесу. Энд это ор, а это ксор. Вот у него отличие будет именно и только тут. Все. И один или один? Нет. Неправда. Вот, на, на логический элемент XOR на самом деле очень классный. Но сейчас я закончу про триггер, вот, и потому что мне надо было алгебру логики, да, ну вот а, X, на одном единственном логическом элементе XOR тоже можно построить компьютер без вот этих вот логических вентилей. То есть при помощи него можно сделать и или не, а можно, ну а значит можно собрать, любую логическую функцию на нем. Он замечательный базис для описания логических функций. Давайте вернемся к растригеру. Мы теперь знаем, как оно себя ведет. Ну, логическое не, оно примитивно. Один вход, один выход. Да? Ложь, истина, истина, ложь. Тут разговаривать много не надо. Итак, у меня пришла истина. Мне не важно, что на второй ноге. Если на или пришла истина, то на выходе 100% будет истина. Но поправка. Извините, у меня это или с под последующим отрицанием. Или с последующим отрицанием. Не. Ну, то есть, по-любому должна была бы быть истина, но из-за отрицания по-любому ложь. Таким образом, сразу же да, у меня происходит, собственно, ресет. Я в тому и это. Нажал на ресет, вот у меня выход Q сбросился в ноль. Это выход называется Антику. Я могу его сейчас вообще не рисовать, сказать, а давайте пока забудем, его и нету. Делаем расстригры с одним выходом. Хотя у нас бесплатно второй выход будет. Значит, автоматически сюда приходит что? Ну, ноль. То есть с выхода этого приходит ноль сюда. Я сказал, что у меня очень важно, что э, на, нельзя жать газ на, на газ и тормоз сразу. Мы же нажали тормоз, на газе должен быть ноль. Ноль или ноль это ноль, но у нас это или не с последующим отрицанием. То есть результат мы ну, или это ноль, но мы отрицаем его, и он становится истинным. Таким образом, у нас что происходит? У нас на эту ногу тоже прибежала истина. И это, естественно, может занять какое-то небольшое время, ну, на установление этих, как это называется, э электрического равновесия, да. Но, ну, условно микросекунды какие-то чпуньков пробежала. После этого обратите внимание, у меня на R может об... снова 0. То есть я нажал на электронную кнопку, нажал электрическим образом на вот сюда вот, да, на ресет. Я перевел свой RS-триггер в состояние 0. Я убрал сигнал, который это делал, а он поддерживает сам себя. Наличие единички здесь, это получается уже у меня, а у меня 0 или 1. Ну да, это истина. С последующим отрицанием это 0. И он поддерживает сам себя. Он именно что? Удерживает свое собственное состояние. Понятно? Давайте попробуем нажать вот в этом состоянии. Сейчас у меня здесь теперь ноль. Я нажал на ресет, тут ноль. Попробуем нажать на газ. Да? Обратите внимание, что очень важно, чтобы при этом тормоз был отпущен. Ресет да? не, не нажимать. То есть на ресет у меня ноль. Но на сет мы берем и говорим, окей, Давайте сюда дадим единичку. Когда я даю единичку на второй или нет триггер, один или ноль это один, да? истина или ложь. Да? Два плюс два четыре или я балерина. Первая истина, поэтому то, что я не балерина, уже ни на что не влияет. Да? Но потом последующее отрицание, то есть ноль. И в итоге у нас ноль, ползет сюда. И тот самый сигнал, который удерживал первый триггер, вот 0,1, 0, да, и эта единичка, она его держала в состоянии, мы тут, э, соответственно, выдаем в итоге 0. Да? Она пропадает. Никакого дальнейшего повода первому триггеру находиться в состоянии 0 нету. Ложь или ложь это ложь, отрицание истина. та -дам! Выскочила истина. После чего, обратите внимание, да, у меня истина прибегает на вторую ногу второго логического вентиля. Да, я отпускаю газ. Ну, фак, он так не называется, сет. Да, ножку сет. То есть мой сигнал, он пришел да, и ушел. Вот он ушел в ноль. А у меня уже пошло самоподдержание. Единичка, которая осталась на, первой, на вот этой ножке, она удерживает итоговый ноль, и в результате у меня пер, первый логический вентиль находится в, со, в состоянии 1. Прикольно! То есть мы получаем вот эту штуку в коробке, да? Это внутреннее устройство, да? Это внутреннее устройство. Называем ее! Называем ее RS-триггер. Да? Вот нога R, вот нога S. Вот он результат Q. Как пользоваться, я рассказал. И он является простейшей запоминающей флешечкой. Ну, правда, нужно, чтобы питание подавали, потому что он помнит свое состояние, пока электричество есть. То есть на самом деле у него еще есть питающие ноги, которые ему дают электропитание. Потому что каждый логический вентиль, хотя я ему ноги не рисую дополнительно, да, но он на самом деле требует электрического питания. Это так называемая энергозависимая память. Вот. Понятно? При помощи RS-триггеров мы можем дальше собирать их в цепочки. Если эти RS-триггеры собрать, я алгебру логики уже потру, если их собрать теперь в цепочке, то получится... Представьте себе. Вот RS триггер, вот RS триггер, вот RS, вот RS триггер. Да? И еще, и еще, и еще, и еще. 8 штук целых набрал. RS триггеров. На каждый из них, ну я их вот так вот сейчас сгруппирую, да? на каждый из них а, я прицеплю лампочку, которая будет отображать, горит, ну как, в состоянии Q. Да или нет? И у меня получается есть возможность Этими лампочками прекрасным образом управлять и смотреть на состояние вот этих вот моих триггеров. Товарищи, перед нами вот эта вот штука называется, то есть несколько, некоторое количество логических триггеров, работающих дружно в едином цеху, называется регистр эта штука регистр. И она уже может много информации в себе хранить. Ну сколько может хранить один триггер? Ответ на вопрос да, нет. Такой объем информации, который помещается в один триггер, вот в него помещается информации очень мало. Вот туда помещается всего так называемый один бит информации. Слово бит придумал Клод Шеннон, один из великих отцов-основателей информатики, вот, криптографии. Вот. Он был сформулирован, кстати, слово бит до первого компьютера. Еще в начале, самом начале 40-х и в конце 30-х, да? Отпуск. Еще раз в базовом состоянии 0,0 мы не жмем RS, ни Reset, ни Set, он сохраняет старую информацию. У него, то есть еще раз, вот у меня а, R, вот S, я сейчас графики нарисую. R, вот, давайте я чуть выше, вот, все-таки. Вот у меня R, вот S. Вот их график. Это сейчас 0, 0 вольт там, 0 вольт там. Вот сигнал Q. Допустим, он был на нуле. Я нажимаю на reset. То есть я его по времени поднял на единичку, опустил на нолик. Q не шевелится. А потому что он на нуле сейчас. Я взял, нажал на set. Q в момент, когда я нажал на set, взял и... Ой. Взял и перешел в единичку. Я отпустил сет, а он единичка. Я нажал на сет еще раз, ничего не произошло, потому что он уже и так выставлен в единичку. Если я нажму на ресет, то есть в смысле вот запущу, дам туда сигнал единичку, то у меня вот в этот момент, ну естественно там есть какое-то время на установление, собственно, электрического равновесия, да, там в цепях. Вот он спадает в ноль, и будет держаться в этом нуле сколько надо. Он запоминает. Вот это именно удержание, оно ценно. На самом деле их делают в компьютерах чаще всего так называемыми синхронными, чтобы они реагировали ровно в тот момент, когда надо, когда приходит сигнал. Так, внимание, проснулись, работаем. И только тогда происходит переключение. Ну, сейчас не суть важно, мы сейчас в микроэлектронику и цифровую технику уходить не будем. То есть смысл в том, что мы можем создать примитивное устройство, которое запоминает один бит и управляемо электронным образом. Я вам хотел бы показать сейчас, люблю это делать, маленькую сценку на Т-триггерах. Кто хочет побыть Т-триггером? Мальчишки? Ну давайте, можно девочки при желании, это физических упражнений не надо. Четыре человека достаточно. Еще. Давайте. О, все, 4 человека набрано. Давайте скорей. Значит, смотрите. Логика Т-триггера. Когда вас хлопнут, левая рука будет вверх. Это значит, у вас единичка. Левая рука вниз это значит 0. Сейчас чуть-чуть более широкий план. Сейчас мы их сгрудим. Да? Понятно, да? 0, 1. А вы, когда переходите из состояния 1 в состояние 0, будете хлопать чуть-чуть по плечу вашего впереди стоящего товарища. Итак, становись... Ага, да, 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 правильно, руку вперед. Руку вперед. Вам тяжелее всего, придется подержать ее. Итак, сейчас наш триггер находится в состоянии 0,0,0,0. Это немножко другие триггеры. Называется RS-триггер тот, а это t триггер Значит, он именно. И, и T-триггер с обратным спадом. На, он реагирует именно на обратный спад с понижение единички на 0. Я подающий сигнал. Итак в состоянии 0,000. Давайте его запишем. Вот это состояние 0,000. Итак, что мы видим? Состояние 0,001. Теперь у нас первый младший триггер передал фактически сигнал на поднятие второму триггеру. Да, у нас получилось 0,010. 0,011. 0. 0, 0, 1, 1 первые два триггера переполнились. Не-не-не. Так, старший триггер барахлит. Значит, вот так правильно. На поднятие руки с плеча вы не реагируете. Два младших переполнились. Да, то есть они сбрасывают разряд дальше. Следующий триггер. У нас зажегся тот. Состояние 4, состояние 5, состояние 6 и состояние 7 три младших триггера в единичке, старший сидит кукует. Да, именно так. Там можно чуть, -чуть сильнее хлопать впереди стоящего товарища, чтобы он понял. Вот. Вот теперь у нас произошло переполнение трех младших триггеров, и мы перешли в состояние 8. Поехали немножко быстрее. 9. Я уже здесь перейду. 10, 11, 12. Я надеюсь, они освоились и правильно показывают. А, ага, там старший триггер опять опустил руку. Не надо было руку опускать. Когда там у тебя рука поднялась, тебя это не волнует. Ты работаешь на обратный спад. Так, 13, на 14 и 15. 15 это на самом деле 16 состояние, потому что первое состояние было нулевое. Что произойдет дальше? И вот теперь, да, это был хлопок. Вот теперь произошло полное переполнение регистра. Мой регистр переходит в основное состояние. Спасибо. По сути, мы сейчас пробежались. Спасибо, ребят. Садитесь. Спасибо огромное. По сути, мы сейчас сделали двоичный счетчик. Это простейший двоичный счетчик. На самом деле существуют логические, э, двоичные сумматоры, в которых... Да, а что мы видим? Мы видим двоичную систему исчисления, очевидно, правда? Это количество единиц, двоек, четверок, восьмерок. Это вот это...

что для компьютеров, построенных на электронных принципах, двоичная система счисления максимально удобна. Для хранения чисел, для работы с числами, правда? Вот. И на самом низком уровне, на уровне архитектуры компьютера, на уровне архитектуры компьютера, там действительно есть такое устройство, слушайте, мы перейдем вот на эту, наверное, досочку, которое называется центральное процессорное устройство (central processor unit). Вот именно в нем содержится большое количество цифровой логики. И вот тот, тот его та его часть, которая содержит в себе так называемые сумматоры, мультипликаторы. То есть вот у нас есть регистр. Ну, хотя бы, на самом деле, конечно, мы сейчас 4, 4 бита, регистр 4 бита вы смотрели. Такие, кстати, бывают. Вот продается микросхемка, там готовый, сдвиговый регистр на 4 бита. Вот. Но в компьютерах уже, да, там обычно минимум 8 бит в регистре. Вот 1 байт актет. Как по старинке. Так вот, вот, арифметика логическое устройство, оно содержит в себе всяких, вся, всяких, всяких вот этих вот устройств, которые умеют, дай мне один регистр, дай мне второй регистр, я с ними сейчас что-нибудь сделаю, например, сложу. Я сейчас могу показать вам, как складывать числа в двоичной системе счисления, умножать, это очень прикольно и просто. Вот, но э, давайте я так просто, ну, покажу, давай. 1, 0, 1, 1 плюс э, 0, 1, 1, 1 и в четырехбитовом регистре. 1 плюс 1 это, это 2. 0 и двоечка в следующий разряд точкой пошла. 1 плюс 1 это уже 2, да, и еще один отсюда, вот он вылез, да. 0 плюс 1 это 1 и еще один отсюда, то есть 2, 1 плюс 0 это 1, плюс еще 1 это 2. О! А почему? А потому что моя арифметика находится в рамках этого регистра. И от этого и получается вот такая история, что ну, я сейчас в десятичной системе счисления здесь напишу. Это число 11, это число 7. И вот и получается, что да, 11 плюс 7 равно 2. Это называется overflow. Overflow. Не стек overflow. Это overflow просто числовое переполнение регистра. Мне будет очень тяжело показать это в Python. Я могу, но это сложно. Потому что Python он очень высокоуровневый, Он отрывает нас от архитектуры слишком сильно. Но вот это вот... Что это по сути? А как это так? Математик, он бы здесь, знаете, добавил так. Он бы сказал, да, 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 все в порядке по модулю 16. Ну, у нас 4 регистра, 2 в 4, 16, по модулю 16 он бы написал вот так в скобочках. Это так и называется, кольца вычетов. То есть мы сейчас, если я работаю вот здесь, то это называется, ну, целые числа это z. А вот z16 это математика в рамках 16 чисел от 0 до 15. И в рамках этой специфической арифметики, называется кольцо вычеток по модулю 16, в рамках этой специфической арифметики, да, 11 плюс 7 это 2. Можно умножить еще что-то, но ну, я, я специально чуть-чуть, вот, потому что вы наверняка с двоичной в школе сталкивались, вы знаете там умножение, сложение в двоичной, знаете, да? Ну, я не буду тогда повторять. Но, а, да, вот на самом деле, кстати, умножение, может быть, и стоило бы показать, потому что умножение уж очень Красиво. Оно двоичное сводится, по сути, к сложению. Ну, только теперь давайте без а, кольца вычетов будем считать, что у меня регистр на самом деле очень большой. Итак, что я делаю? Я умножаю первое число на последнюю цифру. По сути, это означает переписать это число. Домножать да на единичку это же очень легко. Умножить на 0, значит, я его просто не переписываю. Ну, умножить на 0 это 0. 1, 0, 1, 1 умножить на эту единичку это что? Это вот сюда его вписать. Ну, то есть под этой единичкой должна быть младшая цифра этого и. То есть, как видите, еще раз умножение свелось к нескольким сложениям. Поэтому построить двоичный мультипликатор, если у нас уже есть двоичный сумматор, но ок. А, ну и сдвиг. Двигай влево, пока не увидишь единичку. Потом суммируем с тем, что уже накопилось. Потом двигаем до следующей единички, снова суммируем. Да, и, пожалуйста, вот получается, соответственно, 1, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 1. Да? Ну или что у нас получается? 11 умножить на 13. А что у нас 11 на 13 равно? Сколько? Давайте проверим. Вы говорите 143, да? Ну-ка, а это у, меня, это у меня помещается как раз в один байт. Это 128. 64 нету, 32 нету, 16 нету, а это 8421. Ну это на самом деле число из 4 единичек, это число Мерсена 15. Число Мерсенна состоит из одних единичек в различной системе числения. 1, 3, 7, 15. Они как раз из, ну как, вот представьте себе, что я из числа вот такого, например, вот это число 16. Я из него вычту единичку. Ну как из миллиона вычесть один будет 999 тысяч. Вот у меня здесь в качестве самой большой цифры будет единичка. Ну, поэтому у меня 999 тысяч выглядит вот так. Ну, в смысле, 9999, да? 1, 1, 1, 1. Это было 16 минус 1, это 15. Числа Мерсенна они состоят из одних единичек. Это степень двойки без единицы. 2 в степени n минус 1. Они очень прикольные, последовательность чисел Мерсенна В ней много простых чисел. Ну, и еще у нее там есть интересная штука. Ну, сейчас не трогаем их. Я к чему? 128, а это сразу плюс 15, чтобы не складывать. 128 плюс 15, 3, 4, 1. О, правда, совпало. Ну, то есть, короче, умножение в двоичной системе исчисления прекрасно работает. До поры до времени, пока вам не надо распечатывать на экран числа, все вычисления лучше так и делать в двоичной системе исчисления. Ну, я такой пример придумал. Представьте себе колхоз. И в этом колхозе все разговаривают на татарском. Но председателя поставили русского. Приехал из Москвы, да? Первый вариант. Он всех заставляет разговаривать друг с другом на русский. Они говорят, что по словарику там, да? Дай мне нет. Да? Или бы они просто шпарят себе на своем татарском. И только в момент, когда им надо с председателем разговаривать, они разговаривают на русском. Понимаете, да? Вот в первом компьютере Иняк там была история именно такая. Давайте заставим компьютер работать на десятичной системе счисления. <с> Но естественно от этого быстро отказались, сказали: "Окей, пусть компьютер работает себе в двоичной а, только в момент распечатки на экран или наоборот, когда мы что-то туда вводим, тогда мы из десятичной переводим в эту двоичную". Давайте вернемся к архитектуре компьютера. Сегодня больше получится теоретического, да? Ничего страшного. Итак, арифметикологическое логическое устройство содержит в себе много всяких возможностей для сложения, вычитания, умножения, побитовых операций. Ну, это еще проще. Два регистра мы перемножаем триггер с триггером, да? Одну ячейку с другой. Один с единичкой, там, нолик. Раз и получили битовое умножение. Оно еще называется, собственно, конъюнкция. Или давайте битовое или. О, дизъюнкция будет. Да, или возьмем инверсию. Нолики в единички приравним, единички в нолики. Тоже прикольно. Вот все это запихаем туда. Но это окей, он умеет делать, но что же надо делать? Ну да, естественно, что должны быть некоторое количество регистров. Да? Давай, назовем эти регистры как-нибудь. Там например, регистр А, регистр Б, С, Д, Е. Ну, давайте, чтобы их от буквок отличать, мы даем буковку X. Я вам сейчас рисую реальные названия регистров, но очень старых компьютеров. Это Intel 186-286. Это вот самый, это никакие не пентиумы, это было задолго до. Эти регистры были 16-битными. 16 бит, то есть не 1 байт, а 2 байта. По 2 байта, старший, младший. Там так прям даже и разделение есть. AH, AL, h high, a low, ну то есть левая половина, где старшие разряды, 1 байт, младшая, где младшие байты. Ну это, собственно что, это вот эти ячеечки из триггеров, про которые я вам показал, да, и а, мы можем сказать арифметико логическому устройству, давай, возьми регистр AX и регистр BX, сложи и результат положи в AX, ну, например. Или возьми содержимое регистра CX и сотри то, что раньше было в BX, ну, больше не нужно, а мне нужна копия того, что лежит в CX передвинет, передвинет информацию бит в бит. Да? Но кто будет ему это командовать? А будет командовать ему это другой блок, который называется устройство управления. Устройство управления. Оно будет распознавать команду, которую надо выполнить, и осуществлять действия при помощи арифметико-логического устройства над регистрами. Да? То есть он берет информацию из них, запихивает в них, это устройство управления оно должно понимать некий язык как при помощи которого ему сообщается что надо делать вот эта команда она туда тоже должна попадать откуда то вот это место откуда он считывает команду называется регистр команд регистр команд. он тоже регистр тоже состоит из ноликов и единичек. На самом деле этот вопрос, а кто будет, как будет программа вычислений происходить, да, вот этих действий вычислительных, он стоял по-разному. Например, мы можем запустить перфоленту. Бумажная лента такая с дырочками. Устройство управления фактически просто считывает, что там на дырочках. То есть каждое расположение дырочек, по сути, тоже дырочки, это норики, единички, есть дырочка. Ну, допустим, единичка, нету нолик, <сих> да? Вот он считывающим устройством щупает или светом, допустим, да, он световым лучом прощупывает эти дырочки. Короче, и смысл следующий, что в итоге э, в зависимости от этой команды он что-то делает. Только в этом случае получается, что лента с командами, перфолента с командами, она нигде в памяти не хранится. И команду вычислили, команду поехали. Вот у нас была команда выполнили, перешли к следующей, выполнили, перешли к следующей, выполнили, перешли к следующей. Ч чего, не, что невозможно. Ровно одна команда означает одно арифметическое, ну, одно действие арифметикологическое. Невозможны циклы, невозможны ветвления. Нет, ну если это программа вязки свитера, как для какого-нибудь ткацкого станка, то ну окей, ну да, вот это по этой программе будет в итоге связан свитер. Или если это программа там, а, не знаю, там, которая изготавливает деталь, ну ты перфоленту промотал от начала до конца, а вот твой токарный станок как раз и двигал в правильную сторону. Но нету таких конструкций, которые позволят нам более интеллектуально управлять, чтобы одни и те же команды циклически выполнялись, например, или происходило ветвление. Так вот, идея в том, что, а ребята, а давайте мы будем хранить команды в специальном устройстве. Да и, собственно, данные, которые получаются в результате вычислений, нам тоже куда-то надо сохранять. Да извините, нам и э, брать надо откуда-то информацию, и делать это быстренько. И было придумано удивительное устройство, которое называется память произвольного доступа. Random Access. Произвольный доступ, не случайный, а именно произвольный. Хочешь оттуда, хочешь отсюда. По-русски это называется оперативное запоминающее устройство от, смысла, от слова оперативник. Ну или ладно, оперативненько. Ну, то есть кто такой опер в полиции? Это тот, который на побегушках, который вскочил и побежал. Это не следователь, который сидит в кабинете и занимается всякими делишками своими. Вот, а оперативник, реально, да, вот оперативная память, она шустренькая. Шустренькая память. Смысл ее следующий. В ней, согласно принципам DX, все ячейки проиндексированы, ну, обычно начиная от нуля, пронумерованы от нуля. Вот, то есть у каждой ячейки есть свой собственный адрес. С довольно давних времен так сложилось что минимальная ячейка, адрес, которая имеет собственный адрес, это не один бит. Ну, в принципе, почему нет? Вот первый триггер, вот у него адрес 0, вот второй триггер, у него адрес 1. Но один бит это слишком мало. И вот эта минимальная адресуемая ячейка имеет размер 8 бит. Актет. Или по современному байт. На самом деле, байт это был именно байт, ну, кус. Да, кусок информации, one byte, да, вот кусок информации, у которого есть собственный адрес. Соответственно, у нас а, вот эти байты, куски информации, да, ну, так сложилось, что они 8-битные. Поэтому теперь байт уже 8-бит навсегда, наверное. Вот. Да, значит, соответственно, вот идут эти байты в памяти, тра-та-та, -та, тра та та Значит, мы берем и говорим, окей, давайте мы будем в одной и той же оперативной памяти хранить программу, эти команды будут, байты, содержащие команды, будут каким-то образом попадать в регистр команд. И в той же самой оперативной памяти будем хранить данные. Ну, собственно, называется слово код именно потому, ну, говорят, о, я кодирую, да, я кодер. Почему кодер? Что это кодер? Потому что binary код согласно принципам Дейкстры, Господи, Декста, принципом фон Неймана. Принцип фон Неймана, 1943, если не ошибаюсь, год, а может, 1946. Он с коллегами написал статью, которая стала одним из таких фундаментов, что ребята, команды для наших процессоров должны быть двоичными. Именно он сказал «ребята». Это то, что ENIAC там десятичный, это все фигня. Ну ладно. Мы делаем, говорит он, в двоичной системе счисления весь счет, и у нас класс получается. Вот, короче, двоичное представление чисел, двоичные команды, принцип двоичности. Вот. Так вот, согласно принципу binary код, двоичный код. Так вот вопрос, что это двоичный код, binary код, содержащий команды для процессора, он либо хранится в том же самом устройстве, где хранятся данные для числовой работы, либо в отдельном. А почему нет? Сразу же можно сказать контраргумент. Ребята, а что если случайно у нас выполняется команда, перешли к следующей, выполняется, перешли к следующей, и тут мы вдруг начнем выполнять то, что раньше было данными. Ну, то есть результаты вычислений некоторым образом попадают в итоге в памяти, да, сейчас скажу как. И, а не дай бог, мы начнем выполнять данные. Представляете себе, какой непредсказуемый. То есть мы посчитали 2 плюс 2, 4, а это такие же нолики единички. 4, ну, соответственно, там, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. О, вот 4. И это будет интерпретировано как какая-то команда. Это угроза безопасности. Безопасность самого поведения устройства, да? Согласны? Поэтому было придумано две разных архитектуры. Вариант номер первый называется фон Неймановский, как у него в статье написано. Хранимая программа, то есть программный код, выполняющийся, он хранится в той же самой оперативной памяти, где и ваши данные автоматически это угроза безопасности фундаментальная. То есть дальше мы можем всякие противодействия делать, распределять полномочия, там, вводить операционную систему, которая будет что-то пытаться спасать. Но принципиально возможность да, вот этой загрузки программы в память, то есть программа до поры до времени, пока она не попала в оперативную память, это просто данные, и мы ее раз и загрузили, и поехали исполнять тут же бодренько. Вариант номер два, мы делаем два устройства. Одно RAM, другое ROM. Это будет у нас даже энергонезависимое. Что вот выключилось устройство, и в нем программа. Говорим, нет, нифига, никаких угроз безопасности. Оперативная память только для данных, а у нас вот здесь вот команды только для исполнения. Сразу безопасность. Не может выполниться программный код из то, есть, то что было данными, случайно стать, начать выполняться. Да? Это гарвардская архитектура. И она у большинства микроконтроллеров. Микроконтроллеры тоже цифровые программируемые устройства. Они существуют вокруг нас, и их множество. Там, не знаю, в каком вот в этом фотоаппарате, который снимает эту лекцию, тоже есть микроконтроллер. Причем, более того, я уверен, что там нет операционной системы, она не, не апдейтится, он не загружает ниоткуда. программу. Там прошитая программа. Она, это, и микроконтроллеры именно прошивают, такое слово говорят, прошивают, да, прошить в него новую программу. На самом деле внутри самого компьютера есть в том числе и микроконтроллеры. Это же центральное процессорное устройство. Кто скажет, что нет других. Микроконтроллеров там на самом деле полно. Но, тем не менее. Компьютеры, которыми мы пользуемся, именно устроены по, по Неймоновской архитектуре. В них хранимая программа и, и данные, да, в одной и той же оперативной памяти. Вот. Ладно, значит, передается информация по так называемой шине. Это называется шина или по-английски бас. Этих шин несколько. Есть шина данных. Я сейчас специально упрощаю, все сильно сложнее устроено но немножко. Тем не менее, шина данных и шина адресов. Процессор может выполнить команду, которая говорит, возьми регистр AX и запиши его по такому-то адресу. Соответственно, шина представляет из себя не один проводок, который я тут рисую, а сразу множество проводков. То есть вот я как бы раскрою ее, да, это сразу множество проводков. Если посмотреть на материнскую плату, то можно эти проводки прямо увидеть. Вот как они стоять, такой прям вот раз, и вот как и поползли от процессора к оперативной памяти или куда-то еще. И эти проводки, они передают информацию сразу из целого регистра. То есть каждый триггер да, на каждом проводочке выставляет, соответственно, электрический сигнал. И мы быстро передаем за один такт. Да, и еще. Процессор работает как на галере. Эх, барабанщик сидит, бум-бум-бум-бум. Барабанщик не самый главный, но он задает общий ритм, да. Это называется генератор тактовой частоты. Или просто ГЧ, давайте я его назову ГЧ. Генератор частоты. Он говорит устройству управления, делай, делай, ну не только. То есть он вот... Да, генератор частоты. Генератор тактовой частоты. И вот это тот самый генератор, про который мы говорим, о, столько, это там мой процессор 2.3 ГГц. Вот это про него. Да, насколько часто выполняются примитивные команды? На самом деле бывают команды, которые устройство управления выполняют не за один такт, а за два, за четыре, может быть, за три такта. То есть разная длительность может быть. Но оно четко определено. Да? Пум, вот оно у нас главное регистр команд. Соответственно, а какую команду брать? Откуда берутся эти команды? Команды берутся из оперативной памяти и тоже доставляются по шине. По шине, да, ну или по шинам. Вот. Но какую из них оттуда вытаскивать? Память, она большая, она вся приадресована. Адрес команды дайте. Этот адрес команды лежит в регистре IP. Если команда была размером 1 байт, то IP для того, чтобы взять следующую команду, увеличится на 1. Если команда была 4 байта, то следующая команда будет плюс 4. А теперь фишка. Если мы сделаем такую специфическую команду, которая будет называться jump, и укажем также куда, ну я запишу в десятичной системе счисления, да? давайте, я не знаю, там, jump 3, то выполняя эту команду, да, устройство управления говорит, ой, арифметика логическое устройство. Да, оно в каком-то смысле ему сильно не нужно. Да? То есть на самом деле там арифметики-то и логики никакой нету. Он скажет, ой, мне нужно адрес следующей команды поменять. Jump обеспечивает нам зацикливание. Ну, Jump 3, дурацкая, как это получилось. давайте, Jump 1. Зацикливание. И в результате возникает возможность, собственно, что команды выполняются, выполняются, мы переходим к следующей, к следующей, к следующей, а тут сама команда говорит, а теперь прыгаем туда. И в результате я здесь зациклюсь, ну, в данном случае навечно. Понятно? В результате возникают циклы. Мы можем сделать э, ветвление, чтобы мы в какой-то момент, например, отсюда, то есть в начале я говорю э, jump, если то, ну, например, jump а x equal то-то. Да? На самом деле там еще прикольно. Есть регистр специальных флагов, который запоминает, что было в последней операции. То есть результат последнего вычисления, он больше нуля или меньше нуля, или равен нулю. Я говорю, jump greater than. То есть если результат был сравнение больше, там я сравнивал comparison, CMP делал, я говорю, ну тогда jump greater than. Соответственно, там, 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 jump greater than, значит, и куда? 6. Да? И в результате я могу иногда отсюда выскочить. Да? Под каким-то условием. И наличие, собственно, вот этих прыжков привело к тому, что в языках программирования низкого уровня я пишу, на самом деле, здесь на языке ассемблера. Это язык почти машинных кодов. Я пишу очень абстрактно, мы не будем на нем программировать, это нам не требуется. Но в языках типа языка C, а он очень близок. Он высокого уровня язык, но он, он ар очень архитектурно ориентированный. В них есть такая инструкция, которая называется go to. Прыгнуть на конкретную метку. Ну, там уже не адреса байтов в памяти, но тем не менее, да, на некую метку. GoTo, а дальше указывается какая-то метка в вашем программном коде. Так вот, один из великих, опять же, уже чуть-чуть позже отцов-основателей, Эдгар Дейкстра, обосновал, что для высокоуровневого программирования, для того, чему мы будем с вами учиться, GoTo как раз не нужен. То есть я вам сейчас это рассказал для понимания, как вообще оно ну, есть, где хранится, что устроен такой у нас базис, да, я вам рассказываю про устройство цифровой техники сегодня, да, вот, и компьютеров. Значит, звенело или нет? Мне кажется, прозвенело. Понятное дело, что этот компьютер пока что сам в себе в данный момент. Но я просто не хочу возвращаться потом к этой, к этой картинке, поэтому я добавлю чуть-чуть. На самом деле я могу добавить еще одну шину, шину управления. На самом деле она и так нужна, чтобы мы говорили, читаем, мы сейчас в памяти или пишем. Но на этой шине управления мы можем вызывать нужное устройство и привесить сюда контроллер жесткого диска, например, чтобы у нас уже был жесткий диск. И тогда или контроллер перфоленты. <laughs> Ладно, она не нужна. Контроллер клавиатуры. То есть мы можем на самом деле вешать сюда, ну понятно, что не, не просто клавиатуру втыкаем сразу сюда, да, но этот контроллер он будет интеллектуально отзываться, когда процессор его позвал. Как раз он принимает совершенно независимо от клавиатуры информацию по нажатым клавишам. У него буфер он какое-то время может запоминать там коды клавиш, которые понажимали. И когда процессор узнал, что оно пришло, ну, вот, он ему может спроводить эту информацию. Процессор может общаться не только с памятью, но и с устройствами. Возникает взаимодействие с устройствами, а через них с конечным пользователем. Ладно, на этом пока на сегодня все. Не попробовали мы сегодня, ничего страшного. Вопросы? Все, приходите в следующий раз, будет больше, да? А, ну, это все-таки ск скорее для общего развития. Я, да, я да, то есть я, я не буду предполагать, что вы это там отчитываете мне до буквы, до буквы на экзамене. Поэтому спокойно. Но это очень важно, в то же время и очень важно, чтобы все это точно понимали. Все, но в следующий раз уже будет питон. Давайте, счастливо.